Поехали. Давай. Венчик. Вот. Венчик, не сиськи. Это не сиськи. Хорошо, что меня собирала мама в дорогу. Спасибо, мама, за лекарства. Это очень хорошо, что они есть. Это китайская звездочка. Так, сейчас будет мясо. Ой, ребятушки. Ребята, это, конечно, у него. Да, прохладненько. Завтра на меня ожидает важный день съемки крутого видео. И завтра я должен быть с утра как огурчик, потому что завтра мы творим историю. А на данный момент лечимся, ребята, лечимся. Итак, ребята, всем привет, я Дмитрий Чаплинский, и сегодняшний влог будет очень особенный, так как мы сегодня будем разрывать крутых спортивных блогеров. Итак, ребята, на днях я наткнулся на крутое видео с парной акро-йогой от Маши Маевой и Алексея Столярова. Это два спортивных влогера, которые снимают разные вызовы спортивные. И одно из их видео было парная акро-йога. И в этом видеоролике мне поможет крутая девочка. Всем привет, меня зовут Дора, и сегодня мы порвем акро-йогу. Одним из первых элементов, которые они делали, это вот этот элемент. И сейчас мы постараемся его повторить. Слишком просто. Ну да, как-то легко пошло. Первая попытка и первый элемент сделан. Второй по списочку элемент. Вот он. Второй элемент, погнали. Не готово. Всегда готово. Не доснимал. Поехали. Леночку поближе поставь. Давай. Вот и пошла на прогибчик. Давай. Что такое? Вот. Красавчик. Молодец. Вообще, понимаете, это просто боль. Итак, третий элемент выглядит вот таким вот образом. Погнали. Да, и поднимай ноги. Подожди, ты меня зачем забегаешь? Да нет, не так. Вот, красавчик. Фиксация. На изи просто вообще. Ну, это было легко. Поехали! Давай. Итак, ребята, после того, как мы разорвали три парных элемента, мы переходим к четвертому парному элементу. Вот так он выглядит, вот так. Погнали. Словишь? Давай. Иц. Носочки. Иц. Бэй. На изи. О, что так долго? Ну, типа, разбомбить. Сейчас. А просто покажем, мы покажем уже потом. Okay. Потом мы покажем. И сейчас мы разнесем еще один элемент. А именно вот такой вот. Вот. Плечи, не сиськи! Это не сиськи! В какую стоечку? Так, подожди. У тебя ноги длинные, парень! Раз. Да ты чего, ты говоришь? Да, я залезу. Мы сделаем. Сделаем? Да. С разгона на тебя. С разгона? 10-10. Я думала, это проще. У него ноги высокие, ну, длинные. Ну, заламывай плечи, как в кувырок. И... Да ты чего, как мне на ней залезть? Да, блин, жестче, давай. Этот элемент будет тяжелее. Давай его сделаем как-нибудь по-другому. Нет. Но есть вариант, конечно. Нет. Ну давай, попробуем. Вот так вот. Что ты делаешь? Подожди. Давай. Ты как желе, блин, у тебя. Просто вот так. Да?
Да, напряжи. А, и так напрягаюсь. Надо доделать этот элемент. Пошли. Я стараюсь. Давай. Та-да! А у тебя должны быть согнуты ноги? Я выровняю. Нет? Нет, пожалуйста! Да я выровняю. Итак, ребята, переходим к предпоследнему элементу. Вот такой вот элемент. У меня на лице. Вообще на изи. Дальше, погнали. Итак, ребята, между первой и второй, но в нашем случае между завершающим элементом остается один шаг. Это вот этот элемент. Ну что, ребят, погнали. Я тебе не доверяю. Давай, давай, давай. Раз. Раз. Не перебрасывай туда, немножечко, а так я подловлю. Бомба. Вроде бы на изи просто. Почти изи. А, это все, конец? А что там еще? Заказывать надо. Не, ну в смысле, я думала, ну... А сейчас переходим к самому главному. Не делай так. Не делай так. Мы будем заказывать элементы Алексею Столярову и Маше Маевой. Смотрите, что с этого получится. Вам нужно будет повторить три наших парных элемента. Ну что, ребят, погнали. На изи. В принципе, простенько, я думаю, Маша Маева, Алексей Столяров, для вас это будет вообще просто на изи. Но мы переходим к следующему заказному элементу. Let's go! Вперед, бля! Вперед! Переходим к заключающему элементу. И он самый сложный. А изи просто. Вот человек без подготовки вообще какой-либо, только танцевальной, сделал со мной парную акро-йогу. Вот так, просто на изи. Ссылочку на канал Дора я оставлю в описании. Маша Маева, Алексей Столяров, принимайте наш вызов, принимайте наши элементы. Итак, ребята, спасибо за просмотр. Ставим пальцы вверх, подписываемся на канал, ставим лайки, оставляем крутые комментарии в описании. Всем спасибо, ребята, и всем пока.